Число жертв массового отравления боярышником в Иркутске увеличилось до 60. В больницах остается 40 пострадавших. По делу об отравлении задержали 11 человек. В их числе индивидуальные предприниматели и сотрудники, которые занимались реализацией. Полицейские также опрашивают пострадавших. Местный житель Юрий Окружнов рассказал в интервью Life о симптомах отравления боярышником. Память начала терять, и все. Поэтому здесь только с магазина вышли из-за угла, и машина выехала. Ну, ты попал по этому. И все, и отключился. Там люди выбежали, скорую вызывали. Он как спирт, можно сказать, пьешь его как спирт. Ну, его разводишь так же. Один к одному разводишь и пьешь. Сколько стоил? Ну, он дешевый, 70 рублей. А вы вот слышали уже, что люди попадали в больницы и так далее? Да это нет. Когда сам попался, я слышал. Попадали. Сейчас что вообще думаете делать? Ну, как что думаю? Думаю, больше его не пить. Больше переплатить, водки взять. Массовое отравление концентратом боярышника произошло в Иркутске в эти выходные. Люди просто пили жидкость для принятия ванн, где в ингредиентах был указан этиловый спирт. Но вместо этанола в упаковке оказался опасный метанол. Возбуждено уголовное дело. Чисто могу.